Всем это веселый чай, и мы рассказываем, что мы кушаем на завтрак. Что, сегодня на завтрак пришли или нет? На завтрак мы булочку ели. Леша ел, мама не стала ничего есть. Чай сегодня не пили, с папой болтали. Да. С папой болтали. Я похудел. Да сними. Да, хорошо выглядит Леша. Отлично. Папа обрадовался. Да. Потом мы пошли на обед. Что я съел на обеде? Рассказывай. А ты что ей пила? Я выпила два компота. Что дали такого вкусного? Суп какой-то взяли? Суп гречневый взяли. Сколько взяли? Сколько налили? Немного. Да. А то бы опять бы вырвало. Гречневый суп, потом немного. Было мясо. Немного съел, потому что я болею, немного съел. Макаронами. Сколько съел? Вот сколько съел? Покажи на пальце, сколько я съел. Так где-то. Немножко. А потом на ужин пошли? Да. Потом куда пошли? А, потом салат после... какой дали? Салат какой дали сегодня, который мне запрещили? А мы не ели не... оливье на обед, мы не ели. Папа сказал не есть с майонезом салата. Да, потом мы пошли на... Потом мы пошли куда? Потом пошли... В? Куда потом так, пошли? По обед. Пошли... Хотелось нам куда пойти? А, куда? Спать хотелось тебе. Ты такая была вялая тогда, я помню. До этого ты была такая вялая, хотела отдыхать. Куда пошли? Так, мы потом пошли... Куда? 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 Вокруг? Потом, подожди. А, потом в номер пошли, я спала. Потом что-то не спалось, не дверь открыл зачем-то. Ну да, ну так не надо было. А ты не спал? Или чуть поспал? Ну, что-то неплохо получилось поспать. Ну, зря надо было тебе взять. Я не привык к этому, я не привык после обеда спать. Ну, иногда хочется поспать. Я плохо себя чувствую, поэтому я спала. Ну да, я тоже спала. Но потом мы пошли на... Куда поесть, куда? Покушать. Проснулась мама после обеда. Леша будил меня постоянно. Да, пошли на ужин. Пошли на ужин. Что нам дали на ужине? Гречку с мясом. И... Не, сколько я съел гречки, мам? Немножко. Пока сколько, а то я бы ешь. Ну, то и да. А почему так мало? Ну, и мясо съел немножко, потому что я себя плохо чувствую. И немного поел, потому что если много съест, будет опять что-то со мной. Поел немного мяса, потом пошли. Потом мы пошли в номер. Потом мы в лифт сели. И кто там был в лифте? Люди. А кто там была за девочка такая, которая тебе понравилась? Девочка была с бутылочкой колы, да? Я сказала, мам, смотри, бутылочкой колы. Да, и мы пошли и взяли колы. Вот такую колу купили. Сколько стоит такая кола двухлитровая? 150 рублей. 150 рублей. Оценка? Ну, кола как кола, 5. В Дикси тоже была такая кола по акции, но мы профуфлили. Да. Профуфлили. Ну ладно, что теперь? Была там кола такая по акции, но не пошли. Ты боялась, что мы не пойдем. И ты не пошла. Сколько такая кола стоит? Двухлитровая? Два литра? 2,50-55 рублей? Такой нет в экспрайсе. Там есть только пепси 0,5. Сколько? 10 рублей? Да. За литр? 10 рублей. 15 рублей стоит за литр? 150 рублей за 2 литра. 150 рублей за 2 литра. Уже сними состав, сними состав. Или не почитай. Да, все знают уже там, что... Оценка? 5 рублей оценка. 5. Мы такое любим колу и пьем. Вот так не долили. Зажими, что так немного не долили. Ну так всегда доливают, лучше не бывает. Да, это тебе не Макдак. Макдаки уже сразу налили. Да. И ты что сделал в колы Макдаке? Пьешь. Да, уж сразу выпил с бургером или с тем. Это лучше кола. В номер я попьем. Смотри, какая красивая этикетка на этой колы. Большая, 2 литра. Красно-белая тоже она есть. Выпьем эту колу. Выпьем. А потом пойдем в красно-белый. Такую же купим. Угу. Там будет уже тебе не холодная кола. Да. Потом какая она жесткая, потрогай. Жесткая. Ну все, давай напишем, как мы купили колу. Да, купили вот такие чипсы, как называется. А, чипсовые с сыром. Чипсовый сыр. Сколько стоит? 45 рублей. 45 рублей. Оценка? 5. 45 рублей. Оценка? 5. Будет сегодня есть чипсы, кола. Угу. Оценка? 5. Прощаемся. Сегодня будет чай и все. Что нам дали на ужин еще? Кашу.
Кашу я взяла с собой. Картошечку у меня есть с собой. Да, может, я ее не буду. Кашу, картошечка. Все, да. А что картошку? Взяла картошку? Да. Лимон дали еще. Да. Хотели сегодня пойти за лимоном, пошли сегодня за колой за лимоном. Да. За лимоном, за колой пить. Ну, лимон нигде не продается. Это надо идти в магазин. Ну, пойдем завтра, сходим. Да. Может, завтра опять колы давай купим, завтра опять колы. Давай. Колы? Да. Колу завтра купим, что ли, опять? Давай колу. Не, не купим, мы ее не выпьем. Да, то бы сейчас мы купим. Все, поразили, сыграем, сделали чай. И все, фильмака. Мы не купили 0,5, потому что она была дорогая. Шок.